Любитель халявных сигарет – это мужчина в кепке с синим пакетом. Уверенной походкой он подошел к компании мужчин и попросил закурить. Беседа явно не задалась, сигаретку стрелку не дали, а потом еще и оттолкнули. Отомстил своему обидчику мужчина с помощью пакета. Конфликт был явно исчерпан, и компания стала расходиться, как вдруг произошел удар. Пакет прилетел прямо в голову, содержимое разлетелось в стороны, в том числе кухонный нож, который чудом не порезал участника конфликта. Не, ну он это смотри, он такой, им-то наглухо можно человека зарезать. Попросили курить, мы вежливо отказали, они продолжили, стали оскорблять, ну и все получилось. Как получилось? Нож у него был в сумке, я так понял, в пакете. Ничего не попало, все хорошо. После удара потасовка продолжилась, и через несколько минут мужчина успокоился. Нож у него забрал охранник и позвонил в дежурную часть своего агентства. В итоге любитель покурить испугался и ушел вместе с товарищем. Если драка, может, и входила в его планы, то визит в отдел полиции точно нет. Михаил Вагин, место происшествия. Имитирующие пористую структуру медвежьего меха, а затем...